Раннее курение, ранняя смерть. Это не просто подборка слов или слоган. Ни для кого не секрет, что количество курящих среди молодежи в России продолжает расти, как, впрочем, и в других странах. Каким последствиям это приводит, выяснил Гарвардский университет. Для исследования выбрали группу выпускников Гарварда в количестве 33 тысяч мужчин, которые начали курить в молодом возрасте. Ученые выяснили, что курение увеличивает смертность от самых разных заболеваний на 30%. При этом смерть от разных видов рака увеличивается на 91%. Именно у тех мужчин, которые закурили в молодые годы. Но это же исследование привело и к позитивным выводам. Ранний отказ от курения значительно снижает эти риски по сравнению с теми, кто продолжает курить. Другое подобное исследование проводилось среди 100 тысяч медсестер. Канадский университет Альберта в этом 30-летнем исследовании изучали женщин, начавших курить, опять же, в молодом возрасте. Оказалось, что большая часть из этой группы людей умерли от внезапного сердечного приступа. Сегодня это частый вид смерти, вызванный заболеваниями сердца. Внезапная потеря сознания в пределах одного часа с момента наступления острых симптомов. У этих людей обнаруживают суженные сосуды. Это приводит к опасному нарушению ритма сердца. Библейский стих из Второзакония как никогда подходит под наше размышление. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Не хочу сказать молодому человеку: «Одумайся, попробовал и хватит». Как правило, подобное внушение не работает. Но Бог, который предлагает добро и жизнь, поможет сделать твердый выбор.